Привет, сейчас я сделаю Party Tracer 4.2.2.11. Это у нас такой же, как прошлый, но сценарий 2. Начнем. Вот у нас есть настройка расширенного списка контроля доступа и сель. И здесь есть условия. Давайте его настроим. Открываем наш маршрутизатор, командная строка. Enable .conf.t. И давайте настраивать. С самого начала последний номер расширенного списка 199. Пишем. Access list 199. Дальше. Протокол TCP. Пишем permit TCP. То есть мы будем разрешать протокол TCP. Сеть источника. Копируем. Без точки в конце. Paste. Шаблонная маска. У нас здесь уже описано, что нужно сделать. 140 вычесть из 255. Пишем 0.0.0.15. Вот что остается. Пробел. Дальше. Сеть назначения. Опять-таки копируем. И после этого опять просто маску. Ну, шаблонную маску. Здесь у нас уже нужно вычесть из 224 из 255. Это у нас 0.0.0.0.3.0.31. Дальше. Протокол Telnet. То есть мы указываем EQ Telnet. Все. Мы настроили первое условие списка контроля доступа. Теперь у нас будет разрешение доступ с TCP источником, но у нас нету любого другого доступа. То есть если мы сейчас назначим этот список контроля доступа интерфейсу, в этот интерфейс, кроме этого источника, нельзя будет ничего отсылать. Давайте это исправим. Для этого после первой команды мы пишем permit. Ой, сначала access list 199, тот же список контроля доступа настраиваем. Пишем permit ICMP. Это у нас здесь дальше. Traffic ICMP разрешен. Весь остальной IP трафик отклоняется. То есть кроме этого нам нужно еще разрешить ICMP. Поэтому пишем ICMP. Any. Все. Теперь нужно назначить список контроля доступа правильному интерфейсу. Для этого пишем интерфейс G02 IP Access Group 199 и out. Все. Мы настроили список контроля доступа для этой сети. Оно соответствует всем условиям. Вы можете это проверить, проведя пинги. И вот проверка. Все это делайте. Надеюсь, все понятно. На этом все. Пока.